В Одессе открылся музей адвокатуры. Новый музей на базе Одесской юракадемии содержит уникальные предметы, связанные с историей адвокатуры в Украине с момента ее становления и до наших дней. Также подробно представлена история адвокатуры в Одессе. Реализация проекта – результат совместной работы юракадемии и Национальной ассоциации адвокатов Украины в рамках заключенного между ними меморандума о сотрудничестве. Материалы для музея готовили ученые кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры, которые работают над исследованиями истории адвокатуры в Украине. Такой праздник стал возможным благодаря нашему президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, который создал наш вуз, который развивает наш вуз. И, конечно же, без поддержки нашего президента университета сегодняшнего события не было. Это очень важно в развитии будущего специалиста, будущего молодого адвоката знать не только нынешнюю ситуацию в адвокатуре, а становление адвокатуры в период дореволюционной, революционной, в советское время и во время независимости Украины. В церемонии открытия приняли участие деятели науки и образования, видные ученые, ведущие адвокаты и юристы Украины. Информация, представленная на стендах музея, будет полезна не только для студентов, но и для преподавателей для успешной и качественной работы адвокатов. И это только первый шаг для следующих исследований. Сьогодні дуже важлива подія як для Національного університету Одеської юридичної академії, так само і для всього Одеського регіону. Оскільки тут відкриваються два важливих кабінети – кабінет історії адвокатури України і кабінет історії адвокатури Одещини. Ми тут маємо адвокатів Гетьманщини на стендах, абсолютно нова історія, нова сторінка відкрита нашими дослідниками. Історія адвокатури – это, конечно, очень важно для сегодняшнего поколения адвокатов, потому что то бесценное наследство, которое они оставили, сегодня очень важно для того, чтобы осмыслить это и использовать в своей деятельности. Потому что были великие адвокаты, которые нам оставили великие образцы адвокатского искусства. И сегодня не воспользоваться это значит просто лишить себя очень и очень многого. Поэтому это хорошее начинание. Это огромный прорыв и большое дело, та информация, которая изложена, а речь идет не только о истории, которая новейшая история, речь идет и о современной истории после 2000 года. Данная информация, она необходима для успешной, качественной работы адвоката, для будущих студентов, которые видят свою жизнь в адвокатуре. Затем в Совете адвокатов Одесской области прошел круглый стол на тему реалий адвокатской практики в Одесской области. Юристы обсудили проблемы, с которыми сталкивается современная адвокатская практика, конфликты интересов, возникающие между сторонами судебных разбирательств, вопросы, касающиеся подготовки будущих адвокатов, применения новых стандартов, а также сдачу будущих экзаменов студентами. Представители высшей школы присутствуют на таких мероприятиях для того, чтобы понять, в каком векторе осуществлять подготовку будущих адвокатов, юристов, для того, чтобы понимать, к чему готовить наших студентов, к каким проблемам, к каким испытаниям, что необходимо для того, чтобы стать адвокатом, на что обратить внимание. Поэтому все эти вопросы для нас на сегодняшний день актуальны, и мы за такими круглыми столами обсуждаем, дискутируем и находим общий консенсус.